Здравствуйте. В студии Алена Николаева. Я готова рассказать о самых заметных криминальных событиях недели. Щедрый урожай конопли вырастил в Маргаушском районе житель Чебоксар, но собрать не успел. Делянку обнаружили оперативники. Ботанику-самоучке грозит уголовная ответственность. Подробности расскажет Ольга Павлова. Участок на территории заброшенной фермы в Маргаушском районе бурно порос травой. Но местные жители заметили, что на обычный бурьян эти заросли высотой более 2 метров не похожи, и сообщили, куда следует. Информацию сотрудник уголовного розыска получил от граждан, которые непосредственно видели, что именно растет растение конопля, и уже сообщили об этом именно ему. И он же принял меры для установления лиц, которые засеяли. Специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков Республиканского МВД подтвердили, что пышно разросшееся растение является коноплей. Дальнейшие мероприятия сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел Маргаушского района проводили во взаимодействии с УКОН. Чтобы задержать хозяина посадки, оперуполномоченные с участковым почти неделю провели в засаде. Собирать урожай 17 кустов конопли явился 31-летний житель Чебоксар. При задержании у него было обнаружено порядка 40 граммов марихуаны. Изъятые кусты и части растения были исследованы экспертами МВД, которые вынесли заключение, что представленные образцы содержат наркотические вещества. Возбуждено уголовное дело. В Российской Федерации запрещено культивирование наркосодержащих растений мак конопля, которые входят в перечень наркотических средств. И если граждане, вы увидите, где произрастают на участках местности указанные наркосодержащие растения конопля или мак, то необходимо сообщить в отдел полиции, для того чтобы сотрудники полиции приняли меры к уничтожению указанных наркосодержащих растений и установлению лиц, которые культивировали или возделывали указанные наркосодержащие растения. Запрещенный посев конопли в Маргаушском районе был выявлен в ходе операции «МАК», третий этап которой проводится сейчас в республике. О фактах незаконного оборота наркотиков полиция просит сообщать по телефону 58 33 33.